Coño, se te tiene coño. Coño, se te tiene coño. Che, ahora la voy a chingar. Fresh, che, ahora. Che, muso, va. Ничего не знаю, такси. Че. Гананчик ес. Не, все. А ты че, надушил меня, клянусь, я сейчас задохнусь. На полицию уже звонит. О. И что? Я говорю, если на день рождения, то с удовольствием. Бля, нас если упакуют сегодня из-за... Блядь, ну это пиздец. Клянусь, вот русскоговорящие, вот ну почему они так делают? Все арабы улыбаются, все... Ой, бля, на меня очень сильно. Что ты хочешь? О, давай это Джорджио Пирелли купим. Не, сначала антики надо. А, вон духи, брат. Где? Впереди, вон. Давай на разлив купим, и все, или оригинал нужен? Я не знаю. Антика, а что ты хочешь? А где их найти вообще? Вот это что-то купить. Я хочу кушать. Да это нет, пацаны, это, блядь, нет духи. Саламу алейкум. А давай на разлив возьмем ей, нет? Они же вкуснее, чисто дубайские, брат. Зачем Джорджо Пирелли нужны? Брат, я не знаю. Давай чисто, вот, Вась, посмотри, брат, подгон с Дубаев, Арабиан Аут. Это очень дорого будет стоить. Давай спросим. How much it's duhi woman? О, 360, брат. For woman. For woman is your duhi. This and this. Окей. Okay. Сейчас у меня настоящая лиху будет. Это YouTube, okay. Пали или оригинал? Спроси про часы, брат. Оригинал. Oh, nice chess. Thank you. Спроси, кого? If you want, I will give you 48. It's original? Yeah. Oh, nice. Ничего себе ты духи напродавал, блядь. Шмар, не знаю. Это сколько стоит? Не, это хлеба. Шмар, это не очень. Ебать запах. Second one, no? Вот это, Вась, покажи. Вот это отменный. Вот это хороший, брат. Покажи. Або вот этот. Да, хороший. О, брат. Это хлеба. Хороватцем пахнет. Не, брат, если это хуй стоит, значит надо брать. Понял? Так. А how much this? Вот this one. Духи. Бох, не, дорого. $200, ничего дорого, 20 тысяч. It's dirham, it's not dollar. А, доллар. Perfume, it's oil, basically, you know? It's very long lasting. Give me your skin. Ого, как мы. Perfume, it's oil. На $200. Oil? Right. Масло. Вот так херачишь? Ага. It's 2 days. Oh, сейчас отменяешь. 2 days. 2 days? Right, yeah. Срогу это команда дальше стекает. А, забрать $20 on 2 days? No, it's not $20. How much? This is the price, it's 700. Ah, 700, $700. $230. Like $210. $10 in 2 days? For more than 2 days. Он говорит, ты когда пшикаешь их на себя, они 2 дня держатся. А, я думал, срок годности закончится, выкинуть. Брат, он хохол ловит, я не понял. Что делаем? Берем это? Ну, брат, не знаю. Подожди, Антика вообще что пишет? Антике нравится? Антика, понюхай, ну. Антика, понюхай, ну. Бля, шмай, я очень сильно порнул, уйдем, пока его не завоняло в его сторону. А он ничего не почувствует. Бля, хороший рэп порода. Че, берем или нет? Я не знаю. Ну давай возьмем. А, это how much этот миллилитр? It's 100. 100? Нормально подходит летать? Fly Dubai туда-сюда, хэр-хэр. Не? Этот, fly. No problem. I speak French, Arabic, English. I speak Armenian. Kazakhstan. Kazakhstan? I don't speak Kazakhstan, Uzbekistan. Кот-котахом уже меньше. Уже подъебывать не поправлю. Что напишет? Да, раз себе сейчас. Ладно, thank you, brother. А что, не говорит, не хочет? Не знаю, он. Не, все, он начал нас понял, подъебывать по нашему, блин, национальному. Говорит, ты казах, прикинь. Да и пох, какая разница, куда цель. Какой национальности, серьезно. Уже почти покупали, вот это причем. Вот понервничали. Я почти купил, если бы мне ответил, типа, flight, нормально. О, вот здесь. Что это? Масло, масло. Для ног? Мигрень, голубная. А, нет у нас такого. Давай сделаем нахуй. Смел, понюхай. Вах, что это? О, ты что? Отвечай, сейчас наш все выебется. Close your eyes. Вах, ну. Ми. Давай еще раз. Close your eyes and hands. Close your eyes and hands. Его хорошо. Please, me too. Yes, хорошо, this one. Ну, я въебался. Его не дает. Like this? Inhale. Вот здесь. Что сказал, будешь? Салвы танем, это что? Не, это, слышь, вот это закрыто. Close this one. This lane, This legal? Deep breath. Ну, ведь приход дает. This legal or not? Ох, мамба, нос пизда. О, хорошо. Сергей, you have nose problem, darling? No. Нормально, четко все. Ох, бля, приход. Try this one, Давай, приходи. Давай, подожди. Вот здесь очень вкусно. From Chess, from Nast, to Airways.
One gram? Drop. Eat, crush, swallow. Eat? Давай хавать. Хавать? Eat, crush, swallow. Yeah. Crush. Краш, мету краш, плиз. А, я ее краш. Для ее краш. А, у него антика есть. А что это, брат? Ломаешь. Краш. Что? Мать твою. Красивый говорит. И дыши носом, носом дыши. А, си? О, плиз, give me. Что это? Give me two. И краш. Это соль какую-то. Какую-то соль дала, брат. О, со, этот, хуярит. Good, good, very good. А что было? Что делать? Дыши, да? Бать, у меня там все каналы открылись. Прикольно. А что, так можно дышать? Ебать. Я до этого не дышал, оказывается. Оу, не, мне не нравится. How much for this one? If you have a headache, migraine. Давай, мигрень. Что он делает? Чарли чует, да? Ай, батай хавер мигрень. Повернись головой. Давай. Ау, релакс дэй у нас, ты же сегодня. Ау, это новые. No, понял, это кинзо, ломаешь. No, problem. Кинзо, понял. Even Gucci, Хор, а? Prada, правильно, правильно. Маш, она мне массаж делает, управляет. Если она мне делает. Брат, у меня столько волос там, она сейчас переедет. Она в моменте с ума сойдет. Знаешь, что мы не купим это? Или еще не поняла? Как мы кайфуем. Что делать? Повернись. Если я после этого хату должен буду здесь оставить, это вы виноваты. This wine, the meat is from Japan. Uh-huh. Distillation, Namza, Austria. Oh. One drop. Okay. If you have a problem on your nose, sinusite. Uh-huh. Okay. Cold flu. Okay. It's very good. Hot water, one cup left. It's medical certification or no? Yes, of course. Really? Now, one drop. You can mix with your coffee, tea. You can drink it. Yes. Why? It's organic. No chemicals. No alcohol. No side effects. Only organic. Yes. Good for indigestion, constipation, bloated, stomach pain, even colon pain. Водяной. Now, if you have a headache, migraine. One here, five drops here. Neck, shoulder, back, lower back, knees. Leg, foot joints, muscle pain. It's very good. How much for this? How much? And then, wait, how do you call this? For your feet problem as well. Я как будто на садоводе клянусь. But what is we made with... Mint. What? It's an organic mint. Mint only oil. Mint? Yes. The mint, it grow in the volcano. Из мяты сделано. Вась, она мит сказала. Вась, скажи, что у тебя минис полечить может? А гулю-гулю есть у вас? This one, гулю-гулю-гулю. Как она хохоловит? Five drops only, а? А это что? Not like this, okay? Аба? Only like this. Say. This say, one? Yes. Hurt? И все. А, one couple. Хорошо? One couple. One couple. Close your eyes. One, как? Что сказать? How much? Wow. Price. One, holy boy. What price? Oh, very this beautiful. One, 10 milli. Wow. 10 milli. Very high 300 price. Couple, 100. 100 gram. 100 dirham. Yes, you will use it 6 months. Wow. This one, 50 milli, 1,500. Yes. Горит. 1,500 couple, uh-huh. 150 dirhams. Oh! Не поправила меня, блядь. Sizes. This one. 3000 капле. Слышь, Вась, в первую очередь, каждый человек годный, и называть так нельзя. Все, я объясню. Ой, блядь, я палец. Я мяту засунул палец, блядь, охуеть. А? Нечего, ебать. Ох, блядь. Купите, ломает. Ломает, выдает. Ох, блядь, нормально, найс. This one, it will feel you relaxed. Yeah, because I'm with finger. Yeah, that's тебе надо это или нет? Нахуй мне надо. Тебе скажи, что хочешь это. Да щебец. We'll come later. Okay? Maybe for your glass, no? Take the picture, darling. He's going dollars размен and coming dirham. Thank you very much. О, спросите, здесь курсы есть? Я бы тебе сразу взял бы. Здесь, может, легально. Бесплатно, когда завозь, бро. Бля, буду. Не, ну, хорошо. Вернемся потом. Слышите, вернемся, купим потом. С тобой что? Дай 20 лар. Слышите, потом вернемся. Антика говорит, нахуй мне эти духи не нужны. Возьмите мне обувь лучше. Такая же цена на обувь, клянусь. Пойдем? Брат, у нее разный размер ноги. Один 41, другой 45. И мне тяжело обувь подбирать. Я... Чего, блин? Да. О, надо похавать нам купить. Нет, сначала в... Не, Вась, сначала дело, потом еда. А вот на А, у меня спина горит. Давай попробуем. Так, давай ботос ей купим. Антика, выбирай, скажи, какие брат, сюда иди. Сейчас, Антика. Босс, я говорю, вот. Давай,
Я сейчас покажу, брат. Брат, если покупать, брать а либо Форсы... Подожди, вот, ну, Вась, меня, ну? Очень обычный, Вась. Вот, смотри, Джорданы стоят. Она и Данки. Она не будет относиться. Это гетфирианский получше. Ах, вот хороший. Хороший, прайс. Красивый. Шума, 20 тысяч. How much is... 700 dirhams. I working here. 700 dirhams? Белые хочу. Какие хочешь? Прям фул белые-белые? Давай, не-не, подожди секунду, пусть сама скажет. Да нет, меня полная, честно. Ох, ёбан, здорово, как ты? Привет. Ох, давай, Марк. Слышь, гид, опаздываешь? О, как у тебя бывает? Соскучился, ну? Два дня не видел. Один. Слышишь? Она в каком городе? Какие хочешь, Антика? Тебе так не жарко? Напиши, Антика. Ну! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Я ее вкус знаю, на брат, белый. Клянусь, это. Вот они. Да нет, у нас девочка, ей розовым нравится. Уже не какие, пошел ты. Форсы сороковые, что это? Что такое форсы? Мэн, Air Force 4-0. Я тебя не понял. For men? Нет, for women. Вот эти бомбовые, Антика, нравятся такие? Они вот они, она про это говорит. This one, yes? Бать, у меня шея горит, Вась. Я тоже. А, нет? Вот эти. Белые хочешь? Она сказала, 40-е обычные. Вась, они $200 стоят, даже не 200. Сколько? $180, 18 тысяч где-то. Уберем все, давай. А, нет, ты точно не хочешь данки? Блядь, брат, это прошлый век это носит, ты заебал нахуй. Классика всегда в моде. Ну, в моде я понял, но просто данки. А, короче, и для пацанов сейчас выберем сразу в розыгрыш. Блядь, данки где? О, брат, это надолго, я ее знаю, брат. Я знаю, как сделать, смотри, смотри, она сейчас тебе скинет. Ань, чекаешь, фотографировала и отправь, пожалуйста. Ну, я знаю, она покажет, а мы ей покажем, какие хочет. Самый низ. Самый низ. Кто, ахьяр или что? Я эти только что показывал. Вот эти? Ну, кстати, прикольные. Вот эти, Ань, они из такого материала... Они пачкаться будут. Не, брат. Это тифлис материал. Да, я знаю, но он быстро моется. Да? Очень хорошо моется, да. Вася, она ёбнутая? Да, эти говорят. А какой размер у нее? 45 и 41? Да. Я только что показал, сказал нет. Ну, передумала, брат, это же девушка. Ахи, где ты? My friend. My friend. Зелёный хочешь? Шма, 40 есть размер? Хуйня такая. Харасу. 40. 40. Бля, какая хуйня, брат. Какая хуйня? Заебал, она хочет, возьмем, ну. Охуенная, братан. Она... Ты понимаешь, под разную одежду, женская, разную обувь. Это для Антики. Так мы знаем, это Антики. А, Антики, чтобы у него деньги разблокировались. Так что смотри, не засматривайся больше таким взглядом на него. Я сказал сам. Че, ты выспалась? Да. Слышите, пацаны? Ага. Ах, есть этот 40? 40. Такие? А я что, работаю здесь? Есть 42 размер? 42? Сейчас. Да, да. Последний размер остался. Такой это? А мне надо такой или нет? Теперь хочу собачку, Антика пишет. Блядь, я тебе Шачира подарю на коляске. Шачира на коляске. Кирим, Кирим, слушай, я не хочу эти, они мне не нравятся, брат. Я понял, брат, если не нравятся, посмотри другие, брат. Слушай, я смотрю на это, мне не хочется их покупать, понял? Могу, хочешь, ради приличия туда померить, хочешь? Давай. Не покупай то, что не будешь носить, брат. Слышишь, Шачир, по-братски. Где она? Мне твоя помощь нужна. Чем? Поможешь? Да. Что? А, смотри, нам нужно для пацанов выбрать одну обувь. Покажи, пожалуйста, обувь, которая, ну, очень хорошо для хайпа пойдет, чтобы розыгрыш сделать. Ну, такого нет. Что снимаешь, брат? Контент? Апуринато мне понравились очень. Вот Апуринато, какие вот эти? Давайте такие тоже. Себе? Да, да. Они охуенные, брат. Какую? Да. Выбрала? Может, это? У всех такие будут? Все да, стоят да, чисто. Да, 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 да. Да. Я же говорила. Да, да, ебучий раш. Слышь? Да, давай, 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 Same size.
not for to do. Ah, is big fire, yeah. New shoe. Please. And one more. This one 44. And one more 43. Turu from. Okay. Where from? Philippines. Philippines. Very nice country. Yeah. Они все оттуда, брат. Я тоже. Я знаю, брат. У меня Ашраф переехал с Филиппинов сначала в Азербайджан. Мокрые? Очень, брат, мокрые. Можно ем дать, да? По телефону хотя бы. Ломаем, да. Слышь, Вась, вот такие возьмем тогда на розыгрыш. Ну, так что, как у нас? И вот здесь напишем... Гет. Не, не гет, нахуя гет. Ау, this for me. Слышите, пацаны, что здесь напишем? Сегодня мы делаем для Сэма эту тему. Здесь напишем Сэм или просто Стая напишем. Если честно, они пиздец будут. Не, нормально. О, можно вопрос? Я просто заметил, может, это не мое. А ты натерла? Да. Все, понял. У меня кожа такая, чуть утешу, меня сразу красная. Я туда не смотрю, просто в глаза попалась. Ну, да. Я так смотрю, пиздец, он хорошо одет. Что-то. А? Я не себе. Понял. Может, темное что-то? Эх, ярский, это вообще ярский. А, Шма, что думаешь, смотри ты? Ну, просто реально пустая. Брат, если тебе не нравится, зачем? Побраться палики купим, это хуйня чисто. Ахить, спасибо, но не надо. Пацаны, а вы такие хотите, которые он сейчас мерил? Или возьмем вам вот такие зеленые, блядь? Это хлеба, вот это вообще цвета хьяра, блядь. Подожди, куда пойдем? Давай пацанам заберем обувь на розыгрыш. Пойдем по палике. Серый. Самый бомбовский. Подожди, мне бабки разлокинули или не понял? Тантики не купил еще. Че, охуел вон? Ну вот, сейчас заберем, оплатим и все, разблокировано. Смотри, у меня. И пацанам. А, Sir, 43 no more, only 44. Нет, на 43. 43 нет. Как нет? Нету? Нет. Yeah. Нам, пацанам, for giveaway our giveaway, giveaway. Subscribers, you know? Subscribers. Yeah. What, what размер? I don't... What size? 44. No. Maybe, 42, 41 only. Maybe you have 42. Other design you want? Huh? Other design? This one, yes. Oh, no, а какой what есть? Очень. А что ты купил, брат? Лука. Паушма. Вот под это подходит. Бля, ты вылитый Air Jordan. Хорошо, у меня это... спина сейчас горит, клянусь. У меня тоже. Она, походу, что-то реактивное сделала. Она сделала так, чтобы вообще это купили, блядь. Антидот. Антидот, реально. Слышь, брат? Шмаги, Джан, а здесь есть джоли вот такую хунюшку хочу? А? Да, пацаны, вот там. Вам еще что купить? Олив... 10.5. Это антики? Да. И пойдем? Если честно, бля, они офигенные. Бля, офигенные. Бля, я бы вот эти взял бы, отвечаю, мне не нравится. Возьми, материал ебейший. Не, это женский. Нет. Типа для девушек, имею в виду, нормально, для пацанов так. Слышь, Лина, и один, смотри, он выбрал обувь. Выбрал обувь. Выбери для пацанов что-то еще. Типа два розыгрыша, ебать. А, кстати, на них роспись сделаем, Стая, плюс или нет? Роспись сейчас напишут, очень красиво. Сейчас, секунду. На него, на них. На нем вообще я не знаю. Помнишь, как вчера на Ренальдо смотрел? Не, ну, кстати, ты под нее будешь танцевать поп-смок и поправить. Это делаешь по-любому. Шмаги твои. Вот, брат. Она куда за ним идет? Что? А я там посмотрю, брат. Эй! Халликадар, май, рахна-на. По правилам, ну как он медленно танцует? Выбрал, брат? Все, блядь, пойдем, блядь, брат. Еще Джорданы себе купить. Подожди, все, пойдем, нет, подожди, пацаном еще. Пацану, ты выбрал пацаном что-то? Да, пацаном не бери здесь, пойдем в другое место возьмем, да, что-то. Брат, заебал в одном месте хочешь, слышишь? А. Что, можешь побомжевать чуть-чуть и купить Джорданы еще себе. Ты нахуя тебе, нахуй Джорданы, Вась? Я тебе клянусь, я прихожу к тебе домой, это пиздец, как будто обувной магазин, клянусь. Скоро будут люди приходить и одевать. Лоферы солидные на розыгрыш, правильно пишут, брат? Что? По палике хотят, брат. Хуйню какую-то а берешь. Где лоферы взять? Вот я сейчас себе найду, я им тоже найду. Давай пойдем оплатим, пойдем быстрее. Сумку через плечо. Ну сейчас посмотрим, пацаны, что мы новое возьмем. Сумку как у Сэма хотим. Какую? Сумку через плечо. Давай, получивай. Кстати, сумку любой сможешь надеть. Да, и размер. Да. Я подберем. Сейчас ее тоже буду искать, брат. О, Равшан. Да, ему дырявую сумку купить.
Бля, прикольно, они здесь тоже закупаются? Бля, я бы меня не покупил бы. Но я типа нахуй, это глупая трата денег. Они одевают, не ходят даже. Да, через месяц. Они через месяц. Я тоже говорю. Оплачивай, ну-ка. Да, я знаю. А, плиз, а... Что? Can you... I buy this one? Стой. Слышь, а эту обувь тогда не брать? Белую? Да. Как хочешь. На свое усмотрение. Я не знаю, пацаны, Вась, когда белую обувь не берем, берем сумку, это правильно? Это твой розыгрыш. Правильно. Вот делай, что хочешь. Меня не спрашивай. Я бы себе на розыгрыш взял бы, я сумку. Бы, если бы я разыгрывал в своем телеграм-канале Steel Stream, я бы разыгрывал сумку. Все, все, сумку берем. Надо хороший запах вас слышать. Иди сюда, Кирилл. Кирилл. No. This no. This defy. Defy? Да. Наебывай. No, deep fake. Окей, come on, this one не надо. Кирим, на, греешь мне ее, 150 этих стоит. $30, 3000 стоит, приводи мне ее. This one тоже. О, мой брат. Нахрена тебе это, я просто не понимаю. Can I get some champagne and serve from you? One moment. No. I choose. One moment. Ты не choose, я бы сказал кто-то. А, вот это лучше. Это лучше, да, сэр? Это лучше смотрится. Давай, здесь one. А баба мне смотрите? Бля, спасибо. Не за что, брат. На зеленый. Вот тебе за 16 тогда подарил куртку. Купил? На. Видишь, я тебе подарил за $160. Все возвращается, запомни. Жизнь бумеранг. Знаешь, ты что, $100 могу подразить? Какой это. How much? А пусть платит. Давай, it's got in my head. Да, пусть платит, а пусть сделаем. Пацаны, а пусть сосунку одну делаем. Sorry. Сейчас оплачиваем через. Все? А, give me, sir. Чирик-чирик или... Ау, спасибо, наши братья. Чирик-чирик, да? А есть? Чеду? А. Ушел, блядь. Хорошо. Ну, я именно Найка вам посмотрел. Что? Я? 800, sir. Не, реально, а пусть молодцы. 800, дай, ну и... $1? Доллар. Ящий доллар. I'm Великобритания. Что? Dollar rate is 3.6, sir, so it will be... $220? А, прикинь, ты дедухи хотели за эту сумму. I'll give you the answer. I'll give you $200 and... The rest will be dirham. За что она сказала? Что? Что она сказала? Не знаю. And dirhams. So 200 times 3.6 minus 800. 80 dirhams, sir, you need to... Я думал, она заругала, прикинь, в моменте. Слышал? Да. Так я выдержу. Ну, честно скажу, как будто из садовода вышел, ну красиво. Ты что, охуел? Не сидит? Заруга. Да похуй. Я ж только спереди вижу, брат. Я ж только спереди вижу. Да, и фотки тоже. Повернись, брат, да, потому повернись, что... повернись. А, кепка за... Охуеть. Повернись. Вот это? Убери руку, сука. Что за хуйня, брат? Ой, я похуй рано тканевать. Брат, не похуй, греб же. А, ну, брат, сейчас, брат, еще выебался сидеть. Аба, это твое. А маленький где? Маленький штаны до сих пор. С Полиной куда-то. Пойдем на в раздевалке, блядь. Аба, они придут же, нет, по стриму? Не знаю, брат, ну лучше поторопиться, нас просто уходит. Пойдем, они придут. На. Они мерят, на, тебе. Иди нахуй. Нож мой, это твою. Не мою это? Это антики, Вася, ты подарок антики, твои же покупки. Куда идем? Купальники хочу. Купальники? Попалики. Что они пишут, делаешь? Дайте ему отдохнуть. Ой. Подержи. Не, он переодевается. Как, зачем? На секунду. Да я это... По себе очень идет. А? Очень идет, говорю. Что именно? Футболка, кепка. Да, ребят, я стиль поменял, я теперь спортсмен. Стой, надо чуть понял, удобно сделать. Я не знаю, где Полина. Полина ушла домой. Сейчас сказала вернется. Не, Равшан переодевается. Ты долбоеб? Нет. Она ушла, отошла, а Равшан переодевается. Я не отошла, они в раздевалке вместе. Понял. Шакир!